I'm good. Thank you. How are you guys? Yeah, still in New York City. It's so cold outside. So cold. Hello. Привет. Of course, but I'm not a Russian. Нечем заняться мне. Поэтому вот так вот. Угу. It's just 4 p.m. in the evening, and we're gonna go to see Christmas tree today, finally, but it's still so cold. Нет, я не в Украине, потому что я не могу так быстро перемещаться, но на самом деле мой самолет, который должен был быть сегодня, улетел вчера, потому что я перепутала время. Спасибо украинским авиалиниям, которые помогли мне это сделать. Ну, ничего. Hi. Потому что было указано 12 а.м. И я подумала, что если бы это была бы ночь, должны бы написать 00:30, соответственно. А они написали 12:30, и я подумала, 15 декабря, 12:30. No, I don't have a best one. I have so Russian accent. Поэтому вот так вот. Немножко озадачили меня сегодня. Ну окей, зато я сегодня пойду смотреть елку. Если все-таки вымерусь. Третий день пытаюсь пойти на елку смотреть, но... Но очень холодно у нас, поэтому я не могу заставить
мужчину отвезти меня на Ялку. Привет, Анька. Параллельно с онлайн-видео мне пишут в WhatsApp, кто меня смотрит. Меня приглашают в Израиль. Спасибо большое. Just Ukrainian one. Yes, I am. Анька, ты когда прилетаешь? Hello. Здорово, ты на Новый год здесь будешь? Я улетаю на... Вот так вот. Очень холодно, просто невероятно. У меня столько планов было за эту неделю. Посмотреть Нью-Йорк, сходить на лодку, покататься на коньках. Но нет, к сожалению. Безумно холодно. Но все-таки я надеюсь, я сегодня дойду до елки. Еще хотела сходить в Централ Парк, тоже туда не дошла. Но I don't think so. I'm not living in the States. I just go there sometimes. Of course. Probably everyone likes it. Да, минус 4. А в Украине сейчас тепло, я знаю. Я знаю. Мама говорила, что дождь. Да, я хочу сходить на елку. Быть во время Рождества, а не сходить. Нельзя так. Сейчас надеюсь, что через пару... А, и этот ветер просто невероятный. Невероятный. Я даже в магазин не могу сходить. Минус 4 это ерунда, но на самом деле ощущается, что минус 24 почему-то. Вот так вот. Но снега нету, да? Not yet. I wish to do it. We just talk to each other, right? Thomas wants me to be a Russian spy, but it's impossible. Пойду я, наверное, собираться, да.